Добрый день, друзья! В очень далекие времена медицина была не такой сильной, как сейчас, и зачастую люди умирали от разных болезней, которые уносили жизни больше, чем самые кровопролитные войны, не щадя ни стариков, ни детей. Сегодня мы расскажем о самых страшных эпидемиях в истории человечества, которые унесли десятки и сотни миллионов жизней. Самым опасным среди всех заболеваний была оспа. Первое заболевание, которое на сегодняшний день полностью побежденное человеком. Эта болезнь начала атаковать человечество еще тысячи лет назад, с уровнем смертности в 30%. Она в считанные дни обезображивала своего носителя, покрывая тело множеством язв. Всемирная организация здравоохранения приняла активные усилия по искоренению вируса посредством массовой вакцинации. В результате в 1977 году был отмечен последний случай заражения оспой. Чума 1348 года возникла в нищих кварталах со скоплением крыс и унесла жизни практически половины населения земного шара. Она буквально опустошала целые города. Не было ни единой семьи, которой бы не коснулась эта зараза. Люди бежали от чумы, но от нее не было спасения нигде. Усмирить бедствие удалось лишь 3 года спустя. Испанка стала, пожалуй, самой страшной эпидемией в истории человечества. Такое название получил грипп, бушевавший в начале 20 века и унесший жизнь 20 миллионов человек всего за пару месяцев. А за весь период эпидемии он унес в несколько раз больше жизней, чем Первая мировая война. В ходе болезни человеческий облик настолько видоизменялся, что люди принимали больных за ходячих мертвецов, потому и распространяли слухи о вампирах. Малярия далеко не новичок в мире эпидемий. Ее возбудителями являются кровососущие переносчики москиты. Как только вирус оказывается в крови, он начинает размножаться, тем самым разрушая кровяные клетки. Этот вирус до сих пор бушует в африканских странах. От малярии умер фараон Тутанхамон. Это доказал анализ ДНК, а также медикаменты, найденные в его гробнице. Туберкулез – один из древнейших вирусов на Земле. Даже спустя тысячи лет он сохранился в египетских мумиях. В разные исторические эпохи эпидемия уничтожала миллионы человек. Туберкулез не утихал в течение 200 лет. Несмотря на современные антибиотики и прививки, врачам так и не удалось полностью обезопасить людей от риска заболевания. Холера вызывается кишечной палочкой под названием холерный вибрион. Ученые считают, что изначально вирус передался людям от обезьян. А с появлением мануфактур промышленные отходы и свалки стали причиной возникновения кишечной палочки в более позднее время. Этот бич грязных городов и стран до сих пор ставит под угрозу вымирание целых наций. Сексуальная революция 1980-х годов привела к распространению одной из самых страшных эпидемий на Земле – СПИДу. Сегодня эту болезнь называют «чумой 20 века». Беспорядочные связи, наркотики и проституция способствовали еще большему ее развитию. 34 миллиона человек в мире ВИЧ-инфицированы, 30 миллионов погибли. И это только официальная статистика. По сей день врачи безуспешно бьются над изобретением лекарства или вакцины против СПИДа. Африка из-за тяжелейших эпидемий всегда была самым опасным континентом. Желтая лихорадка, которая скашивает целые поселения, передается с укусом комаров. Характерен внешний вид больного. Желтушное покрашивание кожи вследствие поражения печени. Ежегодно желтая лихорадка поражает около 200 тысяч человек, из которых 30 тысяч погибает. Крошечный микроб является причиной появления одного из наиболее разрушительных инфекционных заболеваний в мире – сыпного тифа, который был распространен среди военных, поэтому эпидемии дали прозвище «военной» или «лагерной лихорадки». Так, при осаде испанскими войсками крепости Мавританской Гранады в 1489 году эпидемия за месяц уничтожила 17 тысяч человек.
Полиомиелит – страшнейшее заболевание, которому особенно подвержены дети. Причиной заболевания является полиовирус, который ориентирован на нервную систему человека. Погибали миллионы детей. В 18 веке вирус значительно повзрослел и стал поражать взрослых людей. На сегодняшний день не существует эффективного лекарственного препарата от полиомиелита. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, насколько всесильны или беспомощны люди перед страшными эпидемиями. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь ссылкой на это видео со своими друзьями. Если вам понравилось это видео, продолжайте смотреть самые удивительные и необычные топы и факты на канале «Необыкновенная вселенная». Всем здоровья и до новых встреч!